Сегодня тебе похлопают, а завтра забудут. Дома тебя сожрут, обвинят в предательстве. О своих близких подумай. Я все поняла. Меня в секцию лыж зовут заниматься. Никогда не смей плакать при соперниках, поняла? Быстро домой, я сказала! Мама, не позорь меня! А у вас дети есть? Может, есть, может, нет. Не рожал, не знаю. Как тебя звать-то? Елена Вяльбер влетает на стадион! У нас впереди Олимпийские игры. У нас нет времени на всякую ерунду. Я знаю. Я люблю тебя. На вас, товарищи спортсмены, надеется страна. Я не смогу поехать. Что значит «не смогу поехать»? Лен, ты что? На носу Олимпийские игры. Ты не можешь так подводить команду. Мы рассчитывали на тебя. Из-за простой мышечной боли закопать свой талант? Никто, поверь, никто не набирал прежней физической формы. Стой на своем и никогда не сдавайся. Чемпионат мира в Норвегии. Норги будут рвать. Я думаю, нам надо расстаться. Ты уже все решила? Мне очень нужно помочь команде. Против тебя они выставили Дюбендаль. Хватит ныть. Решила сдаться?